Добро пожаловать в удивительный мир комиксов, где картинки с текстом под руководством талантливых художников и сценаристов превращаются в увлекательные истории, а я обозреваю их для вас, и сегодня у нас финал Судасов. А перед началом ролика я хотел бы порекомендовать канал Драгона. Парень рассказывает о персонажах комиксов, делает интересные топы и факты, а также обозревает актуальные фильмы по типу «Отряда самоубийц». Хочешь узнать историю Доктора Фейта, Таноса и многих других? Тогда переходи по ссылке в описании и подписывайся. С самого начала нас бросает в битву между летучей мышью и королем сов. Линкольн кричит: «Это все, на что ты способен, брат? Или ты просто поддаешься мне?» Бэтс проводит серию ударов, заявляя о том, что они не братья, и перед ним просто безумец в костюме птицы. «Эта история стара как мир, Брюс. Два брата, потомки великого рода, как Кромул и Рэм, Этеокл и Поленик, Брюс и Томас, сыны Готэма, которые должны были править городом вместе. Но в таких историях один брат всегда оказывается жадным и забирает все себе, да? Он прибирает город к рукам и забывает поделиться с братом, бросает того гнить, так же, как ты бросил меня. Но у этой истории другой конец, Брюс, ведь в этот раз павший брат наконец победит». «Хорошо, Линкольн, раз ты так сильно хочешь быть моим павшим братом, тогда падай». Но уронить Марча не удается, задействовав свой костюм, он отправляется в полет над Готэмом, таща летучую мышь за собой. Линкольн подлетает к огромной башне и с размаха кидает в нее Бэтса с криком: «Добро пожаловать в Зазеркалье, Брюс! Поживи так, как жил я с самого начала, почувствуй себя заново рожденным, как я в той аварии, ты как птенец, выпавший из гнезда и проснувшийся от удара, сейчас ты ребенок, ты растешь, но ты сломлен, что-то не так, ты не можешь говорить, двигаться, однако ты можешь видеть через небольшие щели между веками. Ты наблюдаешь, все думают, что внутри ты спишь, они ждут твоей смерти, и в любой день ты можешь умереть, но ты жив. Потому что ты жив внутри, ты не спишь, ты даже не знаешь, кто ты, но ты все же кем-то являешься, ты чувствуешь это. Так кто же? Кто? Еще там есть женщина, она часто приходит, сидит у твоей кровати. Ты знаешь, что она твоя мама, что она ключ, но ты не можешь ни позвать ее, ни пошевелиться. И вот, в один день, ее показывают по телевизору в твоей комнате, и ты знаешь, откровение, внезапно ты знаешь, кто ты есть, потому что совы теперь тоже там, нашептывают тебе по ночам, говорят тебе, что ты уже знал все это время, что ты Томас Уэйн-младший, сын города. Твоих родителей больше нет, но не твоего брата, он все еще здесь, и про себя ты думаешь, что он придет за тобой, разве нет? Он обязательно придет, ты ждешь каждый день, все время, а совы шепчут, что твой дом становится адом. Но он не приходит, приходят только совы, и вскоре они спасают тебя из этого места, начинают излечивать тебя, укреплять твой разум, а ты все ждешь, что брат придет. Он должен вспомнить о тебе, ты знаешь, что он должен, но ты слышишь только то, что время вышло, церковный колокол звонит. Бом-бом-бом! И, наконец, ты смиряешься с тем, что твой брат выкинул тебя из головы, и теперь ему достается все, целый город, а тот обратный город принадлежит тебе, куда твой брат сослал тебя, в бледное отражение, в обратную сторону города, куда люди входят, но уже не могут выйти. Готэм заманивает тебя в ловушку. В буквальном смысле, Брюс, видишь Готэмский аэропорт, все полосы направлены на восток для взлета, а на запад для посадки, так что все эти дни я слышал, как самолеты прилетали, но не улетали никогда. И наш тур подходит к концу, брат. Я буду смотреть, как кусочки тебя вылетят с другой стороны и разлетятся по городу, о котором ты думал, что знал его, а на самом деле вовсе не знал. Бэтмену удается ухватиться, чтобы не попасть в лопасти. Сова кричит, что все это время Брюс смотрел только на свое маленькое королевство, обнюхивая свои улицы и окна, пока он становится лучше и сильнее, готовясь стать королем. Все это время Бэтмен просто должен был посмотреть назад. Уэйн отвечает, что лучше бы он сам последовал своему совету, и мы видим маленькую бомбу, прилепленную к костюму Линкольна. На следующей странице она взрывается, а Брюсу удается переползти на крыло самолета. Мы видим его мысли о том, что костюм разряжен, сил больше нет. Бэтс отпускает руки и стремительно падает вниз. И не за что больше зацепиться. Он выглядит таким прекрасным отсюда. Дик, ты всегда любил летать на самолете.
смотреть на город отсюда, и я понимаю, почему. Я пытаюсь смириться, но даже когда я это делаю, город, он зовет меня к себе, он спасает меня и напоминает мне, что у нас есть еще работа. Переключить Бэткоготь на высокую скорость, живо! Брюсу удается зацепиться, и он кубарем влетает вовнутрь здания через окно. Мы видим руку короля сов, который хватает мышь со словами: «А ты все никак не умрешь, верно, брат?» Линкольн показывает на взрывчатку и говорит, что это здание будет могилой двух братьев, только он сможет воскреснуть. Вот в чем загвоздка. Он также рассказывает Брюсу о том, что теперь его старший брат умрет по-настоящему, а не как в прошлый раз, когда он отправился путешествовать по миру и пропал. Суд объявил, что он умер где-то в Гималаях или в переулке Парижа. План суда заключался в том, чтобы представить Линкольна как Томаса Уэйна-младшего, чтобы он привел дом Уэйнов к новым вершинам, но затем Брюс вернулся из ниоткуда, и суд решил, что к семье Уэйнов приковано слишком много внимания. «Так что они представили Линкольна Марча? Я мог вернуть им их город другим путем. Ты будешь клювом великой совы», — сказали они. «Но я не этого хотел, Брюс. Я хотел получить город целиком. Это было мое время. Теперь мне уже не получить его. Я знаю это, но если я не могу стать будущим этого города, я стану его тайным прошлым. Я буду прошлым, пришедшим забрать тебя. Готэм мертвых, призрачный город. Те, на кого ты никогда не оглядывался из-за своего высокомерия. Я представляю их. Так умри, зная это, брат. Ты только примечание в истории, вспышка, которой суждено быть забытой. Я есть история Готэма. Наконец. В последний момент Брюс вдавливает пальцы в глаза Линкольна и бежит со всех ног, прыгая в шахту лифта. Марч кричит ему вслед, что когда он ощутит на своей шее покалывание, то пусть знает, что король сов идет за ним. Сбегая из горящего ада, рыцарь Готэма сообщает нам, что целая башня была уничтожена до самого основания. Ни жертв, ни тел найти под обломками не удалось. Нас переносит в поместье Уэйнов. Брюс говорит Дику, что он рад его видеть. На вопрос Найтвинга, так что там с судом, темный рыцарь рассказывает, что он все еще расследует это дело, следуя за деньгами. Без сомнения, они все еще в том лабиринте, который построили. Сломленные, запуганные, будут страдать и дальше, до тех пор, пока не удастся найти их всех. Схваченные когти помещены в криотюрьме под Блэкгейтом, после чего разговор начинается про короля сов, назвавшего себя потомком Уэйнов. Бетс говорит Дику, что был и другой ребенок. Брюсу было 3 года, когда мать забеременела, а после они попали в автокатастрофу. Конкретно что случилось, вспомнить сложно, но ребенок родился преждевременно с неврологической травмой. Настолько серьезной, что он оставался бы в стабильном вегетативном состоянии, переживи он исходную травму. Ребенок выжил лишь на одну ночь, через 12 часов он умер, лишь на одну ночь у Брюса был брат. Дик спрашивает, а есть ли шанс, что он выжил той ночью? Бетс отвечает, что его ответ нет. Его родители не могли скрыть все это, тайно отдав ребенка на лечение в Вилвуд. Они не были на такое способны. Также я нашел кое-какие оригинальные записи на бумаге из Вилвуда, и там упоминался некий неизвестный ребенок, который поступил через неделю после смерти Томаса. Записи также гласят, что моя мать часто посещала больницу, но она посещала все места, которые финансировала. Брошь в форме сердца могла быть получена за общественную деятельность. Все это мог использовать суд, чтобы убедить Линкольна, что он мой брат. Но все же, если ты меня спросишь, считаю ли я рассказ Линкольна правдой, я могу лишь сказать, что без его ДНК я не могу быть уверен. Черт возьми, никак не узнать, не являются ли посягательства Линкольна на имя моего брата частью плана суда. Может, они пожертвовали своими членами и подставили его, чтобы сбить меня с пути или выиграть время. Для меня это все еще загадка. И после всего этого ты в порядке? Нет, не в порядке, но я должен быть в этом городе. Ну, это очень великодушно. Пока не найду доказательства. Совиный суд пытался разрушить все, во что я верю, но единственное, в чем они не смогли заставить меня усомниться, это вера в моих родителей. Если бы Томас-младший выжил той ночью, они бы сказали мне, я это знаю. Я верю, что ты веришь, Брюс, но все же, если бы Томас не мог поправиться, то есть, если бы все было безнадежно. Слушай, я говорю о том, что иногда, защищая людей, избавляешь их от мучительной правды и переносишь ее самостоятельно. Знаешь, теперь я вижу, что это благородно. Слушай, Дик, знаю, было тяжело узнать, что ты должен был стать когтем, стать одним из сов. Спасибо, я не закончил. Знаю, может казаться, как будто я спас тебя от этой участи, но ты никогда бы и не стал одним из них. Никогда. Может, они и заметили в тебе что-то, но заметил и я.
Правда в том, что я не спас тебя от темной судьбы. Тогда, много лет назад, это ты спас меня от нее. И ты все еще спасаешь меня. Каждый день. Черт, Брюс, теперь я не смогу тебя ударить. Придется сделать это в другой раз. Хотя это круто, я подкрадусь и сделаю тебе сюрприз. Попробуй. В конечном счете, я должен сказать, что благодарен Совиному суду за урок. И все же, если они объявятся снова, когда они объявятся снова, я буду настороже всегда. На этом все, вот и прогремел финал Судосов. Надеюсь, что вам понравилось, пишите свои впечатления в комментариях, ведь мы так долго к этому шли. Не забывайте поставить лайк этому видео, чем больше наберем, тем быстрее начнется что-то новенькое про Бетса на моем канале. Не забывайте подписываться и вступать в паблик ВК. Пока-пока.